А Мичка, бросившая своего ребенка в парке имени 30-летия в ЛКСМ, сбежала от правосудия. Судебные приставы не смогли найти женщину. Рассмотрение уголовного дела из-за неявки подсудимой отложили во второй раз. Женщину объявили в розыск. Напомню, в августе этого года прохожие нашли в парке 5-месячного ребенка, лежащего на траве. Выяснилось, что его мать, 32-летняя Амичка, недавно освободилась из колонии в Челябинской области. Родила ребенка в тюрьме, а как только вернулась домой, выбросила младенца на улицу. Кстати, у Амички есть еще 3 детей, но опеку над ними уже давно взяло государство. Жукова со стороны соседей, а также участкового полномочного полиции характеризуется отрицательно, как лицо, ведущее антиобщественный образ жизни и злоупотребляющее спиртными напитками.